Крупнейший экономический и культурный центр Центральной и Восточной Сибири, город Красноярск, славится не только своими прекрасными видами, но и... прекрасными девами. Красноярские красотки с энтузиазмом принимают участие в крупномасштабном кастинге «Топ-модель по-русски». Девчонки и умнички, все как на подбор, одна другой краше. И лишь уважаемым членам жюри ведомо, кому из сибирских красавиц во все 32 зуба улыбнется госпожа удача. Хочу увидеть Ксению Собчак, я вообще поклонница ее. Я хочу увидеть Ксению Собчак. Живую. Да. Она идол мой просто. Каждая конкурсантка преследует свою цель. На поставленный вопрос «Зачем вы здесь?» кто-то признается честно. Ну, я всегда хотела стать моделью, но у меня как-то свои определенные комплексы, потому что я считаю себя не такой красивой, как остальные девушки. Жду от кастинга наилучших результатов, приглашения в Москву на реалити-шоу. А кто-то жеманно секретничает. Ой. Уходи. Насекретничать не стоит. Вперед, девчонки! Смелость покоряет города! Кастинг «Топ-модель по-русски» на МУЗе продолжается. Юлиан Миранду, Максим Нестеров, «Про новости» из Красноярска.